Пьяный дебошир устроил погром на кладбище в поселке Тельма. Личность злоумышленника уже установлена. Им оказался 19-летний житель Усолья Сибирского. По данным правоохранителей, молодой человек распивал спиртное в компании своих друзей. После отправился на кладбище. Там, вооружившись палкой, хулиган стал ломать надгробия и другие ритуальные элементы захоронений. Пострадало более 70 могил. Возбуждено уголовное дело. Устанавливается сумма причиненного ущерба.